Всем привет! Это видео со всей моей коллекции карт Aetis. Я уже давно задолжала вам такое видео и обещала вам такое видео, и вот наконец-то я его снимаю. Уже достаточно давно вышло видео с обзором на всю мою коллекцию карт Stray Kids. Вы можете его посмотреть внизу, в описании под видео будет ссылка на него. Но сегодня мы будем с вами обозревать всю мою коллекцию карт Aetis. Aetis я собираю дольше, чем Stray Kids, но все равно Stray Kids коллекция у меня больше, Aetis чуть-чуть все-таки поменьше. Aetis у меня только 2 биндера, Stray Kids уже начали 3 биндера. Как это произошло, да кто его знает. Вот, а сегодня мы с вами посмотрим Aetis. У меня, как я уже сказала, 2 биндера. Будем начинать по порядку с первого. Тут у меня немного другая система коллекционирования, нежели чем у Stray Kids. Stray Kids я разделила на альбомки и не альбомки, а Aetis у меня просто вот по хронологии как идет, какие там были ивенты и всякое такое. Так я их и разложила. Нас также будет с вами ждать организация данного биндера, это будет чуть-чуть позже, а сегодня будет только обзор. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, писать ваши комментарии, собираете ли вы Aetis, с какого периода, сколько у вас карт, будет очень интересно почитать, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал, конечно же, как всегда, ссылка внизу в описании под видео, а мы с вами будем приступать к обзору моей коллекции. Первый биндер, у меня он украшен двумя вот такими вот штучками, вот это вообще к Aetis не имеет никакого отношения, я просто купила это на Алике и вставила сюда ID-фото Сана из какого-то там мембершипа, по-моему, это 22 или 23 год, не помню. Вот этот Strawberry Сан, я его купила с рук, это был какой-то фан-проект, что это Сан, знаю только я и вы теперь, но в любом случае он у меня тут висит, поэтому, ладно, пускай будут. Тут у меня под обложкой официальная карта, да, у меня их две, и мне одну подарили в подарок, поэтому я ее запихала под обложку, почему бы и нет. И, в принципе, ни о чем не жалею. Вот там вот вы видите точно такую же. Одна мне выпала в альбоме, другую мне подарили. Поэтому это дебютка, если что, из дебютного альбома Aetis. Ну, начинаем, естественно, по порядку. У меня собрана вся дискография Aetis, все альбомы, поэтому я могу тут... Не так, как у Stray Kids, там я не покупала альбомы старые и, наверное, не планирую их покупать. Мне достаточно того, что я начала собирать альбомы с эры Christmas Evil. У меня нет Одина, или я просто хотела купить себе Christmas Evil. Вот Одина я пропустила, Нойзи я пропустила, ну и все, что раньше тоже пропустила. У меня есть Christmas Evil, а дальше сразу как-то идут Максидент. Ну, в общем, меня это устраивает. Aetis же у меня собрана вся дискография. Я не покупаю какие-то коллабные альбомы с, например, как это, Джон Куком, по-моему, у нас был альбом, да, который Black Cat Nero, вот этот вот был там маленький такой коллабный альбомчик. Японки я не собираю. Что еще? Ну, в принципе, корейщину я все покупаю. Какие-то крупные издания я не покупала. По типу там фотобуков больших. Hidden Map, по-моему, они назывались тоже. Мимо. По-моему, Саммеры я не брала. Никакие не брала Саммеры. Мне это негде хранить. Я как-то воздержалась от Саммеров. Вот, гритинги я собираю с 22-го, да, с 22-го года. В 21-м году вышел гритинг на 22-й год, вот я его уже купила. Старый гритинг не покупала. Что-то еще я какие-то мерчины не брала, какие-то фотобуки, возможно, я не брала. Но вот большие крупные издания, а, DVD тоже все как-то у меня мимо. Но просто альбомы, именно корейские камбэки, у меня собраны все, и мне этого, в принципе, достаточно. Также пишите, что вы собираете, не собираете, может быть, вы, наоборот, только какие-то издания собираете, а, может быть, японщину берете, меня японщина как-то никогда не интересовала. Поэтому да, обязательно пишите, будет интересно почитать. Ну ладно, начнем с дискографии. В первом альбоме Минги, во втором альбоме Сэнхва. Я даже не знаю, что тут рассказывать. У меня тут не на каждом листочке они располагаются, но в принципе потом можно будет их подвинуть. Опять Минги, Минги хорошо пошел, Юнхо. Это Нео в карточку, мне в подарок подарили. Да, в принципе можно будет потом переложить их на одну сторону, я не знаю, что я так туплю. Вот, дальше вот этого Йосю я покупала, Чунхо мне выпал в альбоме, этот Уйончик тоже выпал в альбоме, общая карта, тут, в принципе, все какой-то, это альбом Wonderland, который, как я понимаю, да, и общая карта уже другая. Так, дальше, вот этот альбом единственный я покупала с рук, у меня там сразу со всеми картами было, и он был распакованный, но он был с рук, Чунхо. И вот это детское фото Ханджуна. В обоих альбомах Answer. Кто называет альбомы по заглавкам, можете как бы отметиться в комментариях, будет очень интересно. Мне кажется, многие Aetis называют альбом по заглавкам. В Answer
Вот что это такое? Я не знаю, пранк какой-то. Так, и дальше уже это были мои самые первые купленные альбомы с камбэка Inception и с камбэка Thanks. Какие... И там были немножко перепутаны карты почему-то, или так должно было быть, до сих пор я не знаю эту тему, но в альбоме Thanks мне выпала карта из Inception, в Inception версии мне выпала карта из Thanks, ладно, неважно. Каких-то я тут докупала, по-моему, Санхва мне выпал, Йосан не выпал, а Йосана еще одного и Уйона я покупала. Эти с какой-то годовщины, а вот такого Сана, типа карту, которую надо отсканировать, там будет Сан, я тоже покупала, а вот эта, которая даже без какого-либо появления какого-либо участника, мне выпала, просто лучшая, 9-я карта. Вот этих вот Йосиник на годовщину я сама покупала, тут у меня вот такой вот Сан на годовщину, больше никого у меня нету. И дальше пошел камбэк уже, как он называется, господи, Fireworks, который. У меня очень много этих карт, тут такая страничка Мац наших любимых, Саны целая куча, вообще вот этих карт у меня действительно очень много. И я не знаю, это было в период, когда я только вступила в фандом. И я просто накинулась на все эти карты, гребла все, что только можно. Карты из пустынной такой версии, карты вот в этих синеньких костюмчиках, карты в клеточку, карты в шубинках, вот в этих вот, во всяких таких. Это желтая версия альбома. Тут Йосаны какие-то, вот эта страница предзаказок, я не брала эти альбомы, я позже пошла в камбэк, ой, я позже пошла в фандом, и поэтому эти предзаказки я просто сама с рук накупила. И такие вот голографические всякие милашулики у меня тут, я не помню, что это, как это называется, по-моему, это... А, Вандерволл, да, точно, и вот я себе почему-то накупила Чинхо и Йосана, понравились мне эти молодые люди от Вандерволл, и вот собрала двух таких вот. Хорошо бы, конечно, Чунхо иметь тоже со стикерами на щечках, но не досталось, и да ладно. Это, по-моему, членство, если я не ошибаюсь, но это вроде инлигритинг, я уже, честно говоря, не помню. Кое-какие открыточки я тоже отсюда приобрела. И вот такие вот полароидики у меня есть все в таких голографических упаковочках, протекторах. Очень миленькие, Сан, Йосан. Дальше это уже идет предзаказки перед камбэком. Вот это старое, это точно я помню, что какая-то там смежная. А вот это уже сет идет, вот это, вот эти двое, эти. Это уже идет к третьему фиверу. Вот эти предзы я покупала сама с рук. Эти, эту карту мне дали на хранение, купили и положили ко мне, ладно, допустим, интересная история с этой картой. Вот, тут Йосенька вот такой вот есть, он, в принципе, к вот этой вот серии, но некуда его положить, было сюда запихала. Да, это третий фивер, он у меня был с Кейтауна, если я не ошибаюсь, по-моему, с Кейтауна. И вот эти вот три, они, соответственно, это предзаказки Кейтаун, а это просто альбомка, некуда было положить, сунула сюда, ну да ладно. И тут идет третий фивер, очень много третьего фивера. Тоже как-то я его активно напокупала в свое время. Вот он весь. Очень многие карты были потеряны, проданы, куплены заново. Третий фивер — это как раз период того, что Леонид там буйствовал. И, в общем, с третьим фивером много всего связано. И это, по-моему, вообще тут просто как затычка стоит, какая-то визитка от шопа. Просто чтобы голого фона не было. Такая страница Сана и Йосана. Ой, Йосана и Чунхо, поэтому... В принципе, достаточно они мне, можно сказать, что симпатично распределены. Это открытки из какого-то там годовщины дебюта, тоже ждала их полгода, очень хренового качества. Вот это мне дарила моя подруга, а видите, она делала это сама, мой ник, вот, и это мы с ней вместе заказывали гритинги. И вот это тоже к эпилогу мне делала и дарила моя подруга, это неофициальный мерч, естественно, это она просто самостоятельно печатала такие открытки, но посмотрите, насколько это профессионально сделано. И вот это тоже очень профессионально, очень круто сделано, но, к сожалению, больше мы уже давным-давно не заказываем ничего вместе, по причине невозможности как-то заказывать скоро самостоятельно. Вот эта карта из гритинга, она мне выпала. Санхва молочник. И вот эти мои предзы от Кейтауна. Просто вот это вот, я не знаю, я на это молиться готова. Это предзы к альбому Эпилог. Тут идет эпилог у меня. Не так много к нему я карт как-то собирала. Не знаю, выпало что-то и выпало. Но вот что-то все-таки
есть немножко докуплено всего 3 разворота. Дальше это фотобук. С фотобука началась моя YouTube-карьера, так скажем. Вот они, 2 сета из фотобука. Далее вот это вот карты из того же года 2000 на 2023, как я помню. Это членство. Это просто какая-то мерчина. Она даже не в это время вышедшая. Вот это не овки, они просто тут, просто мы должны принять это. И вот такой вот Йосио, это вот как раз этот Black Cat Nero. Я оттуда только Йосанечку купила. Тут у меня есть немножечко вот это офф-мерч, это тоже членство. А вот это все фан-мейд-мерч. Вот это рисовала моя подруга. Посмотрите, какая красота. После этого арта мы с ней подружились. И это тоже рисовала моя подруга. Вот это вот официальная штука. Она тут немножко парашно так закреплена, просто вот дырочки проделаны в каком-то, не знаю, файлике, но держится и ладно. А вот это все как бы не офф-мерч, просто какие-то открытки, но они мне очень нравятся, поэтому я их сюда и пихнула. Вот, такая вот целая эпоха закончилась, и давайте я вам теперь покажу второй биндер, он уже с картами более последних, что у меня с речью сегодня, с картами последних каких-либо релизов, и все такое поновее там будет. Как оформлен этот биндер, мне значительно больше нравится. Во-первых, у меня тут такой вот ёсенька висит. Заказ был с Филиппин, если я не ошибаюсь. Немножко он как-то иногда подкрякивает и вот так вот прощелкивается, но в целом висит и ладно. Такой вот санечек, я не помню, гола эта карта или не гола, где я ее взяла, но это не овка, естественно. И, конечно же, венец творения, а, это визитка шопа, господи. Это вот этот вот разделитель от моей прекрасной Кати, супер плотный, супер качественный, люблю всей души, Катя, спасибо. Благодаря твоему творчеству мои биндеры не выглядят как параш последний. Тут все начинается с камбэка Боунси, нет, что я несу. Тут все начинается с камбэка с треком Горилла. Как он там назывался? The World Episode 1, по-моему. А, тут подписано, ладно. Movement, вот. С мувментов. У меня 3 предзаказки на 3 альбома, а 4-ю я не докупил, поэтому тут дыра. И вот то, что выпало мне в мувментах. Муминты, что я говорю, господи, мумитроли. Тут я как-то еще что-то подпокупала немножко. Такая вот страница Йосана мне безумно нравится. И тут внезапно Чонхоэ из Фивера, из второго, или из третьего, нет, из второго. Просто больше некуда малыша было положить. Я решила, ладно, пускай тут лежит. Они даже отличаются по виду, ну ладно, ничего страшного, пускай живет. Дальше у меня тут вот такие вот, как это сказать, ID-карты. Можно, в принципе, тоже на каждую страницу положить, но вот как-то они у меня разделены все-таки. Это гритинг. Все наши из гритинга фокаты. Все-таки они у меня здесь. И на таких вот супер красивых листочках, соответственно, сет карт из гритинга. 2 сета карт из гритинга. Потому что второй я тоже покупала у подруги. Очень красиво. Это фотосет к какому-то концертному туру. По-моему, он был, судя по волосам Санхва, ранее, но запихался сюда как-то внезапно. Поэтому ладно, пускай лежит тут. Это не официальная открытка, просто подарок. Дальше уже идет камбэк Халахи. Я брала сет из 2 вот этих платформ версий альбомов. К ним у меня шли вот этот Сан и Йосан, голографический, безумно красивый. А к самой лимитке шел вот такой вот санечек, тоже очень хорошенький. Тут просто Уйон в пледике. Больше как-то некуда было его положить. Положила сюда, потому что страница с пледиками вся заполнена. Что поделать? Ну ладно, пледиков 5, можно было бы докупить все остальные, но стоят они каких-то бешеных бабок. Страница Хона, Хоны в шапке, Хоны в таком образе. Страница Минги и практически страница Юнхо. Вот такой вот Чунхо тут влез, тоже как-то, ну просто тут он живет. Тут у меня мои Сансаны, тут точно так же влез Сан, как тут влез Чунхо. Больше, в принципе, его некуда. И вот такая страничка Уйона тоже мне очень нравится. Все. Дальше карты Karuna World к 14 февраля. И очень красивые для них куплены листочки. Вот эта карта из всей моей коллекции TIS, наверное. Самая моя любимая и самая красивая. Просто обожаю лютой любовью. Ангел. Ну, я не знаю, ну просто небожитель. Великолепная вообще карта. Никому никогда в жизни ее не отдам. И в этом листочке она смотрится безумно красиво. Мне так нравится. Ну и вообще весь этот сет я очень сильно люблю. Это моя предзаказка к альбому, не к альбому, это моя предзаказка к, как это называется, журнал Cosmopolitan. И вот такие вот 2 карточки я покупала к камбэку
какому? Bouncy, по-моему, если не ошибаюсь, потому что вроде бы вот он Bouncy и называется. Outlaw, The World Episode 2. Outlaw так Outlaw. Три моих предзаказки, по-моему, они просто великолепные. И четвертая в подарок шла. У меня тут два санхвички. Да, это все Outlaw. И Outlaw я еще прикупила некоторое количество карт. Мы вместе с вами их распаковали. Все пока никак не могу запихать. Да и, в принципе, биндер кончился. У меня достаточно много сейчас появилось внезапно карт ATs. Как-то я их подкупила. И будет, естественно, организация. Уже очень скоро. Ждите ее, она будет. Но вот пока что на Outlaw все закончилось. Естественно, вы все видели распаковку последних моих камбэков. Это все пойдет сюда без каких-либо проблем. Просто еще я не успевала снимать организацию. Решила сначала вам показать коллекцию. С Outlaw, конечно, все очень скучно и тухло. Ну ладно. Еще какие-то вложения. Есть вот такой вот Йося с ниточками. Такой вот Сан из членства, если я не ошибаюсь. Да, членство на 2024 год, который в стиле сказок. Очень классный Сан, больше ничего не досталось. Хотя нет, досталось, потом покажу вам. Вот, это мои картиночки, так скажем, к последнему камбэку. Я обменяла Хона на Уйона со своей подругой. Ну и пускай у меня получалось тут вот Санхва, Санхва, Уйон, Уйон, ну и Мишка Чунхо. На Цифик тоже уже успела запихать его сюда, просто чтобы не растерять. Последний наш ивент с вами уже в спину дышат, новый объявили. И вот сюда я их всех пораспихивала. Я что-то даже офигела в этот раз. Вот эти, видите, все в протекторах. А в этот раз я даже протектор не стала использовать. Ну да ладно, просто так позапихивала. Все, в принципе, друзья, это вся моя коллекция ATs. Что ж, мои дорогие друзья, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео и посмотреть на мою коллекцию карт ATs. Я надеюсь, что она вас не разочаровала. Я знаю, что она достаточно небольшая, и где-то в последний момент все пошло по наклонной. Как-то карты стали собираться значительно меньше. Но так получилось. Я не знаю, когда что-то вижу, что мне нравится, я стараюсь покупать. А когда мне не нравится, я не покупаю, соответственно, что тут поделаешь. Такова жизнь. Но в любом случае, очень люблю свою коллекцию ATs. Я собираю карты с осени 2021 года. И за это время накопилось вот такое вот какое-то количество. Обязательно посмотрите организацию, когда она выйдет. Надеюсь, что выйдет в скором времени. Мне ее еще предстоит отснять, но она обязательно будет. А я буду с вами прощаться до следующего ролика. Не забывайте ставить лайки, подписываться на YouTube, подписываться на Telegram и оставлять ваши комментарии. Спасибо вам большое за просмотр. Всем хорошего и до свидания.